Предлагаем вашему вниманию дом, расположенный в небольшом коттеджном поселке. Дом находится в тихом, уютном месте, с большим участком 4 сотки земли. Электричество, свет, вода, канализация – все коммуникации центральные, в том числе и газ. В доме имеется торный, глубокий бассейн. Мы видим, что дом облицован натуральным камнем. Просторный двор и паркинг на несколько автомобилей. Заходим в дом. Дом на монолитном основании. Построен качественно. Мы видим пилоны и заполнение межкомнатное из натурального керамзитного блока и кирпича. На первом этаже гостевая спальня, котельная и гостевой санузел. Обратите внимание, какая просторная кухня-гостиная, с которой выход на тот самый глубокий бассейн. Также можно расположить во дворе зону барбекю. Лестница, которая ведет на второй этаж, достаточно широкая, более 1,5 метра. А на втором этаже 3 спальни и чердак. Справа мастер-спальня со своим балконом, санузлом и гардеробной. Все спальни достаточно просторные и уютные. Напоминаю, что это дом улучшенной планировки. Он очень объемный, широкий, и спальни невероятно просторные, захватывают много света. Две спальни выходят на восточную сторону. Крыша услана натуральной черепицей. Окна в доме установлены качественные зеркальные. Он не жаркий, потому что выходит полностью на восточную сторону и на западную сторону. Красивый дом практически в центральной части Геленджика.